актеры, занятые в героической пьесе, посвященной подвигам Дон Кихота, все звуча мечами, щитами, латами и так далее, выходят в эпилоге на авансцену и поют хором. Слава отважным героям, слава великим поэтам, слава бессмертным легендам, ура, ура, ура! Подвиг души благородной пусть вам послужит примером, яркой звездой путеводной пусть вам послужит, а нам пора. Как только этот занавес дадут последний раз, последний прозвучит аплодисмент. Коня, копье и щит сдадим в реквизит, сдадим и, уходя, потушим свет. И, сняв долой парик седой и бороды отклеив, мы пустимся в обычные дела, дела, дела. И нет, и не было героев и злодеев, и подвигов во имя добра или зла. А есть 11 часов и выход из театра, есть дети и семья, и дом родной, ой-ой. Есть летние гастроли, репетиция на завтра и каждый понедельник выходной. Есть роли, гастроли, успех, чего же более. И слава Богу, что никто из нас в жизни не осмелится накинуться на мельницу, имея на голове дырявый таз. И вдруг из зала на сцену поднимается только я, очарованный зритель, глубоко потрясенный до слез. Я ведь брошу родную обитель и коня оседлаю всерьез, и поеду скакать и бороться против темных таинственных сил. Ибо есть на земле благородство, я в себе его вдруг ощутил. И в беде никого не покину, и удары приму на себя. И, наверное, конечно, погибну, а потом выиграйте меня в добрый путь. Мы смеяться не станем, а когда утомишься от ран, приходи, мы еще раз обманем. Ты умеешь поверить.